Лерк, полвосьмого. Угу. Вставай. Ты тоже вставай, а то опоздаешь. Я встаю. Судя по запаху, опять блины жарит. Такое ощущение, что наши родственнички питаются только ими. Мне вообще от жареного изжога. Отказаться нельзя. Все-таки сестра твоей мамы обидится. А у меня вообще вся одежда этими блинами пропахла. Такое ощущение, что мы живем в блинной. Ничего не поделаешь. Нужно быть вежливыми и тактичными. Так что давай потерпим. Блины еще возможно потерпеть, но вот родственничка... Нужно просто представить, что у нас каждый день масленица. А в квартире гостиница. Ну ладно, они уже скоро съедут, наверное. Дурдом какой-то. Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. Дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы неведомо куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. Ева. Доброе утро. Доброе, доброе. Борис дома? Да, дома. Проходи. Боря, к тебе Ева пришла. Борь, ну где ты там? О, Ева. Привет. Привет. А ты чё такой ранний? Надо поговорить, Боря. Ну, проходи на кухню, Оль. Приготовь кофейку. Не надо кофе. Что ты сказал Матвею? А что я ему сказал? Какого черта ты суешь нос не в свои дела? Что тебе все не имется-то, а, Лагуткин? Зачем ты мальчику гадости про меня рассказываешь? Ну, гадости про тебя желтая пресса пишет. Ой, Лагуткин, какой ты все-таки, а? Я же тебя вчера почти простила. Но теперь... Пугаешь? Нет, я предупреждаю. Когда тебя ни одна площадка в этом городе не возьмет, а если я захочу, то и всей страны, понятно? Ты все сказала? Все! Ну и катись тогда. Пошел ты! А че грустно такая? Зря я Наташку так обидела. Но она ведь и правда хотела как лучше, не хотела меня расстраивать. А я на нее так накричала. Мне вообще кажется, что Матвею не стоит того, чтобы из-за него ссориться. Это точно. Вы же с Наташей подруги. А такое понятие, как женская дружба, все-таки существует. Да. Ну чего ты смеешься? Мам, ты знаешь, мы вчера с Леркой пробрались в мастерскую к Матвею. И нарисовали этой тетке усы. Как нарисовали? Ну, на портрете. О, Господи, я-то думала, что прям на ней. Ну, ты что? Хотя идея хорошая. Я вам дам, хулиганки. Ну, ладно, давай, собирайся. Ну, как вам мои блинчики? Объедение. Ничего, кроме блинов, нет? А я... Пожалуй, еще добавочки. Кушайте, кушайте, я еще настряпаю. Да куда же еще? Тут неделю вперед хватит. Что ты? Мы их к вечеру съедим, правда, Наденька? Конечно, что тут есть-то? Блины, они как семечки. Такая зараза, пока не съешь, не встанешь. Да, а то, что зараза, это точно.
Ну, какие у вас планы на сегодня? Я планирую в школу сходить. День тебя спрашиваю. Какие у нас могут быть планы? Наденька целыми днями сидит в заперти над учебниками. А куда ей бедной пойти? Она ж никого не знает из молодежи. Лера, в чем дело? Почему ты не возьмешь шефство над сестрой? У нас сегодня концерт в кафе. Пусть приходит. Прекрасно. Это чудо действительно. Целыми днями в квартире торчать. Ну, в смысле, над учебниками. Точно. Мы сначала в институт съездим, узнаем все для поступления, а потом Наденька может и на концерт сходить. Правда, доча? Угу. Женя, папа вчера видел, как к тебе какой-то мальчик забегал. А, это Семен, двоечник наш. Двоечник? А что ему от тебя надо было? По физике спрашивал, я ему помогал домашнее задание делать. А что? Да так, ничего. Просто интересно, с кем ты общаешься. Ну и что? Помогла ты ему с заданием? Да, у него, кстати, память феноменальная. На лету схватывает. Ладно, я в школу побежала. Володь, тебе не кажется, что у Жени слишком вольные отношения с мальчиками? С чего ты взяла? Сам подумай, зачем двоечнику физика? Ну, мало ли. Может, решил в конце года подтянуться, аттестат подправить. Угу. А по-моему, это повод для того, чтобы почаще встречаться. Сейчас такие времена, кошмар. Я очень волнуюсь. Не говори глупости. Все будет хорошо. Скучно выглядишь. Да брось. Я в парикмахерской неделю как уж и не была. А вот ты просто супер. Правда? Да. Чудесная блузка. Да. Это эксклюзив. Кстати, ты знаешь последнюю новость? Какую? Завтра в Пассаже начинается распродажа. Правда? Серьезно. Ты представляешь? Скидки до 70%. Я там увидела такую юбку. Обалдеть. Маленькая, красненькая, коротенькая. Ну, в общем, супер. Я тоже хочу. Пойдем вместе. Пошли. Вить, я все хочу спросить. А что ты думаешь по поводу новеньких? Да ничего вроде. Подтягивается нормально, бегает тоже. Я по поводу учителей. А, ну, Милославский, на мой взгляд, вроде нормальный мужик. Рыхловат только, пресс надо ему подкачать. А Карелия... Очень даже ничего. Фитнесом, наверное, занимался, а что? Вить, их физическая форма меня мало волнует. Меня интересует твое мнение о них как о людях. Ага. Милославский, на мой взгляд, вроде нормальный мужик. Ты это уже говорил. Ну, я сейчас не о физической форме говорю. А Калерия? Калерия? Калерия, на мой взгляд, темная лошадка. Мне кажется, она что-то затевает в школе. Да. А что именно? Пока непонятно. Между прочим, она ко мне уже подходила и пыталась поговорить на тему, устраивает ли меня нынешнее руководство школы и не хочу ли я каких-либо перемен. Ого. Сдается, она еще похлеще Борзовой будет. Согласна. Предлагаю поговорить с Милославским и выведать у него все планы Калерии. Пожалуй. Только я лучше сделаю это один, с глазу на глаз. Мне кажется, он будет откровеннее. Да чего там? Прижать его к стене, он расколется, как миленький. Да? Но если к стене, тогда лучше вместе. Мирослав Николаевич! Здравствуйте! Добрый день, Елена Петровна. Мирослав Николаевич, а я купила билеты в театр. Вы пойдете со мной вечером? О, интересно, что за пьеса? Пьеса? Забыла. Я билеты в кабинете оставила. Как же она называется? Там что-то про еду. Кажется, там был банкет или ужин. Вспомнила. Пир во время чумы. Прекрасный, прекрасный выбор. Классика мировой литературы. У вас есть вкус? Да. Спасибо. Так вы согласны? На что?
пойти со мной в театр? А, да, в принципе, можно. Но там единственное... Ну, мы подумаем еще, ладно? Привет. Привет. Наташа, извини меня, пожалуйста, я была не права. Ты что, не хочешь со мной разговаривать? Не хочу. Почему? А ты не догадываешься. Наташ, ну я же извинилась. У тебя все так легко? Извинилась и все. Я не понимаю. Ах, ты не понимаешь. У моего отца из-за тебя, из-за твоего Матвея очень большие проблемы. Какие проблемы? Да он без концертов может остаться. Сегодня к нам я приходила, знаешь, как орала? Подожди, а при чем здесь твой папа? Да он за тебя заступился. Я же его об этом не просила. И к проблемам твоего отца я никакого отношения не имею. Спасибо бы сказала хотя бы. У него, между прочим, из-за тебя неприятности. То есть ты хочешь сказать, что это я во всем виновата, да? Да. Но если на то пошло, то это твой папа познакомил нас с Евой. И если бы не он, ничего бы не было бы. Дура ты, неблагодарная. Сама дура. Мирослав Николаевич, можно вас кое о чем спросить? Да, да, конечно. Скажите, а вы давно знаете Карелию Викторовну? Да, достаточно давно. А в чем дело? Просто нам хотелось бы знать, кто она и чего она хочет. Но только по чесноку. Почему, простите? По-честному. Да, ну, Карелия Викторовна замечательный педагог. Она... очень любит детей и переживает за своих учеников. Я так и думал. Я тоже. Только, пожалуйста, не надо вступать с ней в конфликт. Она очень впечатлительная. Ой, простите, у меня урок. Да. Да. Информации ноль. Нет, ну почему ноль? Он ее боится до смерти. Это же очевидно. Пожалуй, ты прав. Да, только, к сожалению, ничего кроме этого нам выяснить не удалось. Ну что ж, начнем урок. О, Белута. Степан, юноша, вы вчера мне не ответили по теме «Закон Бойля-Мариотта». На домашнее задание позвольте взглянуть? Конечно. Благодарю вас. Смотри-ка. Что-то не так? Да нет, все так, все правильно. И решение, я бы даже сказал, оригинальное. Долго голову ломали? Да нет, минут 15-20. Лихо. Молодец, молодец, садитесь. Спасибо. Ну что, друзья мои, а кто-нибудь еще не желает мне сказать про закон Бойля-Мариотта что-нибудь? Я хочу. Семенов, ну иди к доске. По закону Бойля-Мариотта для данной массы газа произведение давления газа на его объем постоянно, если температура газа не меняется. Семенов, ну ты меня просто сразил. Хорошо, что сижу, а то попал. Стараюсь, Николай Павлович. Ну-ну. Садись на место. Привет. Ну и что ж ты тут сидишь всю неделю затворницей? Русланчик уехал. Ну и слава богу. Мы с ним расстались. Это я во всем виновата. И зачем я тебе попросила к нему выйти? Да что ты. Я ни о чем не жалею. Вот только сейчас интерес к жизни для меня потерян. Послушай, а давай сходим сегодня куда-нибудь, развеемся. Куда? Я как раз к косметологу собиралась. Пойдем со мной. Как тебе идея? Знаешь, мне абсолютно все равно, как я сейчас выгляжу.
Я лучше книжку почитаю. Зато остальным не все равно. Ну что, признавайся, кто это такой умный? В смысле? Я говорю, у кого физику скатал? Если б скатал. Все зажали, уроды. Пришлось самому делать. Да ладно? Да честное слово. Сижу теперь дом как зубрило. Света белого не вижу. Молодец, Семенов. Хвалю. Спасибо, стараюсь. Ну, продолжай в том же духе. Мы так с тобой скоро отличниками станем. Можно вам, Галерия Викторовна? Заходите, Мирослав Николаевич. Ну? Похоже, под вас копают. Кто? Рассказов. Так я и знала. Так я и знала. Если я стану директором, он у меня из школы вылетит первым. А если не вылетит? Вы что, меня плохо знаете? Если я что-нибудь решила, я это обязательно сделаю. Я ему такую характеристику дам, что я ему все пути перекрою к преподаванию. Мне бы только стать директором. Да, кстати, вы поговорили со всеми? Ну, насчет... Да, вроде бы. Ну, хорошо. А с этой, с библиотекаршей, пообщались? Ну, птица невелика, конечно, но лишний голос мне не помешает. Нет, к ней еще не заходил. Почему? Как-то повода не было. Так вы зайдите, и повод найдется. А если повод, ну, какой, например? Господи боже мой, да самый простой. Ну, зайдите, узнайте, какое у него настроение, возьмите какую-нибудь книгу, а там, глядишь, и спросите, что она думает по поводу руководства. Ну да, конечно, ладно. Ну неужели так трудно сообразить, как познакомиться с библиотекаршей, а? Хорошо, хорошо, Галерия Викторовна, я понял все. Собственно, что я вам хотел сказать. Мне кажется, Игорь Ильич, мы с вами несколько погорячились. А чего, Николай Павлович? Ну, я имею в виду новеньких учеников. Ведь вот мы считали, что их оценки не соответствуют уровню их знаний. А они разве соответствуют? Знаете, сегодня один новенький, этот, как его, господи, фамилия такая, как... Белуда. Да, домашнее задание приготовил. Я его спросил. Прекрасно это, прекрасно. Может быть, он списал? Нет, нет. Нет, не думаю, не думаю. Во-первых, я давал разные варианты. Mm-hmm. И потом решение у него оригинальное. Держался он уверенно. Я вам больше скажу. Вы знаете, Семенов под его влиянием взялся за ум. Да вы что, серьезно? Да. Так что мы и поторопились. Я думаю, что новенькие ребята еще себя проявят. Извините, Николай Павлович, но я боюсь, что вы заблуждаетесь. Извините. Игорь Ильич, поверьте мне, предубеждение – это плохой советчик для педагога. Вы попробуйте посмотреть на новых детей непредвзято. Попытайтесь. Добрый день. Добрый. А есть у вас... стихи Мандельштама? Есть. Очень хорошо. Знаете, я бы хотел поговорить с вами о директоре. О ком? Что? О ком вы бы хотели поговорить? С кем? Вы что-то хотели сказать? О директоре? О директоре? Я забыл. А что вы читаете? Лермонтова перечитываю. О, замечательно. Я его тоже обожаю. А что конкретно? Да все подряд. Там все про несчастную любовь. Вы любите литературу? Очень. Я тоже. А вы, собственно говоря, кто? Я забыл представиться. Меня зовут Мирослав Николаевич Милославский. Я новый учитель литературы. Очень приятно. Меня зовут Светлана Михайловна. Мне очень приятно. Просто крайне приятно. А вы что хотели?
забыл. Светлана Михайловна, я можно к вам попозже зайду, когда вспомню? Можно. Спасибо вам огромное. Я тогда это попозже зайду. Галерия Викторовна. Да. Завтра будет районная олимпиада по математике. А чего это они так рано-то в этом году? Да им виднее. Наша задача послать туда трех наших учеников. А у меня, видишь, недокомплект. Лучше наша ученица Инесочка Стародубцева за границу поехала по обмену. Ее родители, видишь ли, считают, что там она получит лучшее образование. А я считаю, что лучше нашего нету во всем мире. Вы хотели, по-моему, про олимпиаду поговорить. А, да, что-то я как-то из головы вылетела. Так вот, из наших, я думаю, мы возьмем Алехину и Южина. А вот из ваших, вы знаете, я посмотрела оценки, у вас очень неплохая успеваемость. Так вот, мне кажется, Олечка, которая на медаль идет, ну вот она как-то выделяется. Может, она пойдет? Да. Ну, Лебедева, она очень смышленая девочка. Но она настоящая звезда нашей школы. Вот, тогда договорились. Южин, Алехина и Лебедева. Все. Елена Петровна, я не смогу сегодня в театр с вами пойти. Вы знаете... Как это? Ну... Так, может быть, какой-нибудь другой раз, правда, простите меня еще раз. Почему не сегодня? Вы знаете, мне надо готовиться к литературе, к уроку. Просто надо очень много готовиться, придется сидеть в библиотеке допоздна. В общем, не сегодня. Простите меня, ладно? Библиотеки. Допоздна. Так. У тебя скоро турне. Завязывай ты с этим подростком. Что вы все ко мне привязались? То одному моя личная жизнь поперек горла, то другому. Ну не таскать же его по всем гастролям. Ну а почему бы нет? Ну, если я по-настоящему влюблена. Тебя каждый раз по-настоящему. Да. И каждый раз кажется, что это на всю жизнь. И каждый раз оказывается не на всю. Жизнь полна разочарований. Вот-вот. И на этот раз будет все то же самое. Наиграешься и выкинешь пацана. Теперь все по-другому. Знаешь, я решила не торопить события. То есть ты хочешь сказать, что у вас еще ничего не... Ну, а куда спешить? Вот что я тебе скажу. Ты не морочь парню голову. Ты же ему можешь всю жизнь поломать своими играми. Вот что ты так за него беспокоишься? Пока он со мной будет в шоколаде. Ну, потом не обижу. Если, конечно, сам глупостей не наделает. Ну, ты же меня знаешь. Да я тебя знаю. Так, дорогая, извини. У меня встреча. Иди, иди. А я здесь еще посижу... И Матвея подожду. Как хочешь. Добрый день. Привет. Ты уже вернулся? Да. А что ты такой хмурый? Да ничего, просто устал. Ничего, мы сейчас с тобой развеемся, пойдем куда-нибудь, да? И всю усталость так рукой снимем. Лебедева! Оля, слушай меня. Борзова решила отправить тебя на олимпиаду по математике. На какую еще олимпиаду? Я же в математике не бум-бум. Это ты мне говоришь? Я это знаю лучше тебя. Ну почему вы ей не сказали? Что не сказала? Что у Лебедевой сплошные пятерки по математике, но эти пятерки липовые, что ли? Да? Когда я была директором в нашей школе, я обещала твоему отцу, что медаль у тебя будет. А теперь что же, нет?
Ну, если обещала, то будет. Но сейчас с этим небольшие сложности. Поэтому тебе надо избежать участия в этой Олимпиаде. А как? Как? Очень просто. Ты заболеешь. Ясно, Калерия Викторовна. Ну ладно. Это я сам просто. Давай. Ой, ты что, с собой шмотки переодеться взяла? Да. Девчонки тоже взяли. Блин, а я не додумалась. Я тогда быстренько домой сгоняю, вы идите без меня, ладно? Ну, давай только быстро, нам еще порепетировать надо. Я мигом. Лер, только не опаздывай! Что, ты готов? Да, уже почти. А вы куда-то собираетесь? Да сегодня концерт у Ранеток в кафе. А пойдем с нами? Спасибо, но я не могу. Я сегодня со Светочкой в салон красоты иду. Ну, на мой взгляд, ты и так очень красивая. На мой тоже. Я абсолютно с вами согласна. Но надо же мне Светочку хоть как-то расшевелить. А то после того, как она рассталась с Русланом, она безвылазно сидит в своей библиотеке. Так и до депрессии недалеко. То есть ваш поход преследует чисто терапевтические цели? Ну, не совсем. Но больше я вам ничего не скажу. Это женский секрет. Желаю хорошо повеселиться. Ну что ж, придется нам идти вдвоем. Да, Петр Никонорович? Виктор, приходи ко мне срочно. А что случилось-то? Приходи и все расскажу при встрече. У вас все в порядке со здоровьем? Да нормально, нормально. Только поторопись, я очень жду. Слушай, похоже, что я сегодня не смогу. Сэ-ля-ви, придется идти одному. Надо же девчонку поддержать. Извини. У меня все так удачно сложилось. Мне даже отпрашиваться пришлось. Здорово, а как ты ухитрилась? Долго рассказывать. В общем, завтра я школу пропускаю. И с самого утра сразу еду на распродажу. Так что ты давай что-нибудь придумывай или отпрашивайся. Олечка, как хорошо, что я тебя встретила. Значит, пожалуйста, завтра приди пораньше, подготовимся. Ну, а потом всей командой стартанем на Олимпиаду. Да-да, Людмила Федоровна, конечно. Я обязательно буду, вы не волнуйтесь. Оль, ты же говорила, что ты не придешь завтра. Да не думай об этом. Главное, придумай, как тебя отмазаться. Светочка, к тебе сегодня Милославский Мирослав Николаевич заглядывал? Это который новый преподаватель по литературе? Да, который новый. Заглядывал. И ты ему глазки строила? Что? Я спрашиваю, ты ему глазки строила? Кокетничала? Да вы что, да ни с кем я не кокетничала. Уже целых 8 дней. И поэтому... Тебе можно средь бела дня чужого мужика уводить? Вы что, Елена Петровна, никого я не уводила? Вот, наоборот, с Ириной Ринатовной уходить собираюсь. Ну что, идем в салон? Какой салон? Красоту наводить. Хотите с нами? Да нет, спасибо. У меня своей красоты хватает. Ну, как хотите. А вы точно в салон? Да, а что? Да нет, ничего. Всего доброго. До свидания. Удачи! А теперь театр. Оль, задержусь на минутку. Борзова к тебе подходила? Да, подходила. Ну, ты все поняла? Поняла. Завтра заболеваю, школу попускаю. Ты с ума сошла? Ты с ума сошла? В школу приходишь обязательно. Как? Ну, вы же сами сказали. Приходишь в школу и изображаешь из себя умирающую всех на глазах. Чтобы все видели, что мои ученики тянутся к знаниям, а не прогуливают уроки. Даже если они очень больны. До свидания. И поестественнее, играй поестественнее. Я прекрасно помню твой рекламный ролик про колбасу. Вот так же. Чтобы все по-настоящему. М? А если мне не получится? Если захочешь, обязательно получится. Сыграешь хорошо, Борзова тебя отпустит, уйдешь домой. Но чтобы завтра, как штык, поняла? Ты же вроде перед...
переодеваться ходила, а в том же самом пришла. Да блин, ты Надя идиотка, мои любимые джинсы напялила. Да ладно ты, Лерк, не расстраивайся. Ты знаешь, как неприятно, такой облом. Я уже все спланировала, какой топик к ним надену, какие кроссовки. А эта корова уже в них расхаживает. Что-то ты не очень жалуешь свою сестру. Не, тебе же сначала все нравилось. Да уж, видимо, родственнички хороши в меру. Ну что, в театр? Елена Петровна, я же вам сказал, что я не смогу сегодня. Я буду готовиться к уроку в библиотеке. Сегодня не получится. Что не получится? А ничего, Светлана Михайловна уже ушла. Библиотека закрыта. Как ушла? А так ушла. Закрыла библиотеку и ушла. А может быть, она вернется? Она не вернется. Так что идемте-ка в театр. Пир во время чумы. Развеемся. Проведем высококультурный вечер. Что, придумала, как отмазаться? Нет, пока вариантов нет. Ничего, до завтра ты думаешь. Пошли? Пойдем. Подожди, я сейчас сделаю чай, ты пока садись. Что случилось, я не понимаю. Я чай мог бы вообще в школе попить. О! Садись. Вот, познакомься, известный режиссер Глеб Морозевич. Глеб. Степанов. Очень приятно. Глеб прочитал наш с тобой роман. Отлично написано, гениально просто. Садитесь туда. У меня просто по этому поводу огромное количество мыслей. Вы просто с ума сойдете от восторга. Так, значит, так. Это не ваше. Ленка, а у тебя есть медиатор? А то я свой где-то забыла. У Наташи есть. Наташ, дай, пожалуйста, медиатор. Свой надо иметь. Если мы в таком настроении играть будем, у нас вообще ничего не получится. Я вообще с ней играть не хочу. Раз, два. Раз, два, три, четыре. А вы поклонник этой группы? В некотором смысле, да. Ну, заодно я художественный руководитель этой группы и учитель истории. Так вы Игорь Ильич? Да, мы знакомы? Пока нет, я мама Стаса Комарова. Очень приятно. Вы знаете, Стасу так нравится ваша школа? Да? В отличие от 50 предыдущих? Ну да, он у меня с характером. За словом, в карман не лезет, а это не всем нравится. Говорит то, что думает. Поэтому вылетает из разных школ. Скажите, а он в 153-й случайно не учился? Учился, но тоже вылетел. За блинодумство. Там этого особо не любили. Ну да. Да мне эта школа не особо нравилась. А вам почему? Видите ли, там очень сильно была развита коррупция. Серьезно? Ну да. В смысле? Ну как, есть определенная цена на медаль. Ну, к примеру, если вы хотите, чтобы ваш сын или дочь были медалистами, платите столько-то, вот, и нет проблем. Любопытно. При этом школа на хорошем счету, знаний никаких. Директрису, как зовут, до сих пор не забуду. Имя такое смешное. Калерия Викторовна Разина. Ну да. Так что, ребятки, по поводу бюджета можете не париться. Прокат за границей, я вам гарантирую, Франция, Италия, Испания, это как пить дать, потом Азия, Япония, значит, с Китаем. Кстати, там сейчас в большом почете российское кино. Значит, фестивали 5-6, я вам гарантирую. О, ребятки, заболтался я тут с вами. Надо бежать еще в два места. Так что, да,
скорых встреч. Огромное спасибо вам за роман. Великолепный язык. А диалоги у вас просто великолепны. Все, пока. До спасибо встречи. Вам. Спасибо вам, что обратили внимание на наш роман. Виктор, ну ты понял? Ничего не понял. Но мы же в шоколаде. Сейчас снимут кино. Сколько денег, представляешь? Наши фамилии в титрах. Так что сейчас надо что? Отметить? Надо делать из нашего романа сценарий. Этого я не умею. Так что ничем вам помочь не смогу. Сможешь. Ты носитель, главный идеолог. Так что учти, без тебя я никуда. Скажите тоже. Виктор, ну понимаешь, надо обновить диалоги. Я человек литературный, и с разговорной речью у меня не очень. Ты напишешь живые диалоги, которые будут хорошо смотреться на экране. Уговорили. Попробуем. Сердце спит, сердце поет, а сердце тебя ждет, 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 ждет. Сердце не спит. Ты вообще умеешь, Прокопьева? Нормально я играю. С собой следи. Наташ, ты чего? Да мы играем как пьяные. Анька вон вообще лажает. Наташ, чего истерики устраивать? Давайте соберемся и попробуем сначала. А какой смысл, Лер? Вон, ушли уже все. Сегодняшний день я коммерческий директор в вашей фирме. Поздравляю. Ну, поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Предлагаю втроем отметить мое назначение. Сегодня после работы приглашаю в ресторан. Сегодня так много дел еще. Да. Может быть, в другой раз, а? Ребят, как в другой? Как говорится, куй железо, пока... Стал коммерческим директором. Вот, вот именно. Но еще много работы, действительно, мы не успеем. Жаль. В другой, ты в другой. Увидимся. Угу. Ну что, доигрались? Еще час назад была толпа, а теперь уже все свалили. Концерт в Лужниках был классный, сегодня что-то не очень. Короче, народу не понравилось, как вы сегодня играли. Понятно. Ну а что, звук был плохой? Да нет, дело не в звуке. Ну чё, придёте завтра на чемпионат по стритболу? Обещали Ленку поддержать. Да нет, что-то неохота. Дел много. Вот и кончилась слава. Девчонки, что происходит? Вас как будто подменили. Концерт явно не удался. Как руководитель группы, объявляю завтра собрание. Что же мы не пошли со своим Геночкой в ресторан? Это же, наверное, очень приятно, когда бывший воздыхатель еще не остыл в своих чувствах, да еще взлетел так высоко. Миш, ну зачем ты так говоришь? Ты же прекрасно знаешь, что я так никогда бы не поступила, потому что я знаю, как ты к этому относишься. Как? Тебе это не нравится. Да, мне это не нравится. И в ресторан мы можем сходить с тобой вдвоем. Зачем нам начальник в компанию? Ну что, продолжаешь ревновать, да? Да. Да. Миша.
все разошлись? Вроде так хорошо играли. Мама, ты просто ничего не понимаешь. Аня в ритм не попадала, Наташа играла мимо нот, а потом вообще ушла. Ушла? Да, они что-то с Аней поссорились. Ну и ну. Тоже мне профессионалы. Вам нужно сначала в своем коллективе порядок навести. А то я вам и место для выступления на блюдечке преподнесла, и все условия. А вы сами с собой разобраться не можете. Так всю публику потеряете. Мам, ну а я-то тут при чем? Не знаю, есть ли у нас с тобой общие темы для разговора. Послушай, я очень переживаю, что у нас с Аней так неправильно все получилось. Я и свою вину чувствую перед ней. Как она сейчас? Ну, иди спроси, раз так беспокоишься. Я не могу. Я еще не хочу, чтобы она обижалась на меня. С чего это? У тебя же так все хорошо. Не все так хорошо, как кажется. Просто противно вдруг ощутить себя игрушкой. И с Аней так еще... Нехорошо все получилось. Слушай, Наташа, может быть, ты объяснишь ей все, а? Ты же все-таки подруги. Были подругами. То есть? Лер, ты что, так расстроилась из-за концерта? Из-за того, что Наташа ушла? Не совсем. Лер, ну что случилось? Видишь ли, Надя, ты натянула на себя те джинсы, которые я хотела надеть сегодня на концерт. Правда? Представь себе. Ой, Лер, ну прости, пожалуйста, но я даже не думала. Просто взяла то, что первое под руку попалось. А не могла бы ты в следующий раз спрашивать меня, не входит ли в мои планы надеть то, что попалось тебе под руку? Лерочка, ну прости, пожалуйста, но я даже не знаю, как так получилось. Лер, ну такая ворона, не сердись, пожалуйста, на меня. Ладно, проехали. Как тебе концерт-то? Отлично. Мне очень нравится ваша музыка. Понравилось? Да, вы так здорово играете. У нас в городе никто так не умеет. Это мы еще не особо старались. Да ты что, вы просто суперски сыграли. Да, но фанаты все разбежались. Они у вас избалованные. Вот, у нас в городе вас бы на руках носили. Слушай, Надь, если ты хочешь, бери мои вещи, мне не жалко. Лер, мне так неудобно. Ну ладно, прекрати. Ты же моя сестра. И вообще, из-за вашей ссоры с Аней у меня отец работы лишился. Твой отец? Ну да. Он высказал свое мнение по поводу ваших с ней отношений. И вот теперь... Ничего себе. Вот. Она сказала, что у него больше концертов не будет. Ни в одном зале. Это чересчур даже для нее. Я все слышала своими ушами. Она была у нас дома и так орала. Слушай, а может... Ты скажешь ей? Что именно? Чтобы она оставила отца в покое. Хотя, вряд ли она захочет тебя слушать. Ладно, Наташка, посмотрим. Так вот, один знакомый режиссер заинтересовался нашим романом. И более того, собирается ставить по нему фильм. Дедуль, да тебя скоро в Голливуд позовут. Ну, до этого еще далеко. Хотя, чем черт, как говорится, не шутит. Ну, а вдруг? Для начала нужно написать сценарий. И теперь нам с Виктором придется много работать. Значит, Степнов опять будет к нам приходить? А ты что, против? Нет, не против, мне все равно. Пишите, пожалуйста. Ну, отлично. Тем более, у меня по вечерам дома не будет. Это почему у тебя дома не будет? Потому что у меня тренировки по стритболу, и через день мы с девчонками вечером играем в кафе. Пап, если честно, то меня уже начинает доставать постоянное присутствие родственников. Отчасти я с тобой соглашусь. Они что, собираются целый год у нас жить, пока Наденька в институт не поступит? Этого я не знаю. Ну, так узнай. Не, ну если ты, конечно, не хочешь, я сама спрошу. Нет, не надо. Я сам. Ну, так подойди. Не сейчас же, на ночь глядя. Ну, утром спроси. Утром спрошу. Правда спросишь? Правда спрошу. Гаси свет, а. Вот за что я тебя люблю, так это за твою решительность. Как сказал, так и сделал. Если не забыл. Правда, гаси свет, спать хочется. Ой.
этом портрете дырку просмотришь. Тебе что-то не нравится? Да нет, все хорошо. А что за важная встреча у тебя была? Я встречалась с Наташей из Ранеток. И что это у вас там за дела появились? Да нет, почему они появились? Мы же с ней раньше были знакомы. Просто нужно было встретиться, поговорить, у них что-то в группе не клеится. А, ерунда. В творческих коллективах всегда так. То клеится, то не клеится. Да нет, у них там другой случай. Они поссорились из-за ваших угроз Наташиному отцу. Что? Так это он к тебе свою дочь подослал, да? От Лагуткин. Да, недооценил я тебя. Да нет, никто никого не подсылал. Это я позвонил и попросил о встрече. Зачем? Просто так. Что значит просто так? Просто хотел узнать, как дела. Мы же все-таки раньше дружили. Ну и как у нее дела? Нормально. Послушайте, может быть, вы прекратите эту вражду с Наташиным отцом? Ну, пускай себе поет, но ведь он никак с вами не пересекается. Нет. И даже если об этом я вас попрошу? Даже если об этом попросишь ты. Это вопрос принципиальный. Да, значит, Наташа была права.